41-й – это война. Война разлучала влюбленных юношей и девушек, многие из которых так и не встретились больше никогда. Их судьбы шли порознь друг от друга, но даже вдали, услышав случайно знакомую мелодию вальса, они вспоминали друг о друге. Поэт Евгений Долматовский, автор стихотворения «Танцы до утра», рассказывал: «Стоит воинской колонии остановиться на ночевку в прифронтовом селе или городке, и вот уже возникают знакомства, и откровенный разговор, и влюбленность. И все это носит грустный и целомудренный характер, ведь дома живут, а рано – расставание и отъезд». В 1943 году появилась песня «Случайный вальс», которую в нашем концерте исполнит руководитель вокально-инструментального ансамбля «Шузин», ветеран боевых действий, подполковник в отставке Александр Абашев. Спасибо. Всем с праздником.